Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Дони, а также BeWorld и Roof. Мы находимся в BeMG Drive, и это опасные шашки на максимальной скорости. Здорово! Ребят, сегодня мы находимся в Бимке. Сегодня у нас есть нереально крутая трасса, очень непонятные боты и очень много классных тачек. Если вкратце о правилах. У нас есть список автомобилей, реальных тачек из реальной жизни. Их 154 штуки. И сегодня при помощи Алисы мы будем выбирать тачки друг другу для заезда. Цель — уехать дальше соперника, не разбиться и уехать дальше, как бы вы все, в принципе, понимаете. Поэтому ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, и давайте мы соберем 3000 лайков, выходит новая серия по Бимке. Итак, выбираем тачку мы сразу при помощи Алисы для Гриши. Поехали. Число давай, от 1 до 154. Выпало число 70. Так, 70. Ну ты там найдешь, там, я думаю, да, что легко. Я найду. От 1 до 154. Выпало число 140. Еще Паш Мерс Кабан такой в 200, какой он там? А, V140, это 120 число. Не, а число. Можно мне другую, это Kia Rio? Нет, от 1 до 154. Она ни хрена не едет. Опять арифметика. Ой, от 1 до 154. Арифметика у нее надо там. Надо сделать все быстро, число она тупит. Число 89. А твоя девушка тупит. Да, да, да. Так, это 80, 84, 88, 89. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Окей, короче, себе спавню тачку. Я не знаю, но по идее это прям имба. Прям это, ребята, имба, наверное. На это очень надеюсь. Что там у вас показываете? Окей, Рио, оперстайл у тебя? Ну я же тебе сказал, да, у меня тебе оперстайл. Что там у Паши? У Паши там пока не грузится, точнее, не загружается. Окей, мы в принципе готовы. Готовы, что вам выпало-то? Покажите вообще. Это у Паши. А что у Паши? Это Сузуки, что ли? Это Сузуки Свифт, Паш, тебя? Раллиная? Да. Что это такое? Это Свифт какой-то гоночный. Я не знаю, как вы доедете, но у меня, по идее, самая быстрая тачка. Главное, быстрее вас не разложиться. Да никак вообще, 170 максималка, я поехал. Раз, два, три, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял. Офигеть, не отстрелы. Давай, прям Паша, вообще дикие. Паша жжёт этот, шпиль его там. Реально? А Паша догоняет меня? Это... Паша догоняет? Не. Давай догоняй. Так, поворот направо, ребят. Ну вот, тачка хотя бы более-менее. Не как мы когда с Гришей снимали один на один. Блядь, нет! Капец, шашку заложил. Я вписался с трудом каким-то нереальным, но повезло просто. Ты чё, шашку что ли? Тебя в детстве шашка укусила или чё-то там? Шахмата меня укусила, после этого я только к шашкам. На шахмату сел? Нет, на шахмату я не садил. У меня, короче, в школе, в начальных классах были шашки такие огромные. Шахматы были такие огромные, знаешь, на, не знаю, наверное, размером с полруки. Вот для такие тех, у нас. Зрение, что меня Паша обогнал? Чего? Как? До свидания. Как? Я так типа, ну, на лайте еду, понял, типа, ну. А как это, Паш, ты сделал так? Ты там, что, стрит-тракер? Ну, доедете там, скажите, я тут пока это. А как Паш так сделал, Паш? Ты что, гонщик? Да. Да. Ну, брать тебе или не убрать тебе, я даже не знаю. И ты сам уберешься. Капец, у Паша дикая суза. Блять, меня бот вынес, твою мать. Твою мать, ну как я ехал-ехал, да я не выпендривался, я по-нормальному ехал. Капец, ехал-ехал, ты прикинь, по-нормальному, бот решил меня перестроиться. Капец, а че у Паши за Сузуки, да какая тебе скорость? Че по скорости, Паш? 150? Какая 150? А, у тебя мили? А, у тебя мили, я понял. Ну, ладненько, финиш это мост, поэтому, ну нифига себе, Паша меня, конечно, удивил сейчас таким, знаешь. Типа еду на Макларене, меня чел на Сузуки такой обгоняет, поехал дальше. Ладно, возвращаемся обратно, я понял, это первый балл Паши будет. Окей, делаем сейчас тачку мы для Гриши, для нашего второго раунда, поехали. А, число от 1 до 154. 15. 15, под самое начало, ага. Это 8. Это у тебя семерка Е32, по идее, да? Да. От блин, 1 до 154. Вообще такое. Число 145. Паш, найди свою тачку и сделай плюс 5 от нее. Я понял. Да. А, так, дальше мне. От 1 до 145. Ой, чё? Нет. От 1 до 154. Что я перепутал. Угу. 39. Так, 39 получается. Это Бугатти. Это. Ой, что мне выпало-то? Это, ребята, 40, это 39. Ёпарес, это. А что мне брать, чтобы колеса были? Вот это, чтобы колеса были. А, у тебя там что-то такое, да, жестко. У меня там Бугатти, короче, да? Выпало, да, спавни. Она такая прям совсем черная. Даже не знаю. Она вообще поедет по-нормальному-то или как она?
По идее, не едет. Ладно, не знаю, что там у вас. У тебя семерка, да, я понял. Что там у Паши? У Паши там, ты себе тачку нашел уже, Паш? Охренеть. Охренеть, что там у Паши. Охренеть. Она громкая, да, Паша, отсчет. Раз, два, три. Ага, чопаха. Ну, кстати, едет. У меня колеса! Что с колесами у меня? Бля, Паша! Мужики, давайте поменяем на другую конфигурацию. У меня колеса тупо развалились в разные стороны. Что-то такое вообще. Давай, да, еще раз тогда. Это вообще, что было непонятное. Тупо Бугатти, которые колеса в разные стороны разъехались, как бы. И что это такое, бля? Паша, отвалились в части. Да, у Паши такие бывают моменты. Так, значит, сейчас нужно Бугатти найти, где она, вот она, и заспавнить конфигурацию, которая не full black, а стоковая конфигурация. Давайте мы ее сейчас сделаем. Она... Ну, давай, давай. Она поедет? Слушайте, странно, почему-то нету резины у нее. Короче, фиг ее знает. Так, ну, давай, Паша, отсчет еще раз. Да. Раз, два, три. О, это более-менее. Ну, то без колес-то ехать хорошо тебе, да. Это отлично. Да, вообще отлично. Тупо без резины, тупо едем на литье. Куда ты так поворачиваешь, бот, дурак? Блин, Паша сзади орет, я слышу. Ага, я что не слышу это? Пока, но... Давай заново, у меня в бот заспавнился во мне. С чего? Ну, ты отъехал, у меня боты заспавнились. Чё, паску, какие 300 скорость, чё? Ну, блин, ну это скам. Еще раз? Без морды. Да ты не поедешь так, как я думаю, скорее всего, нет? Ну ты разложишься. 320 скорость, чего? Да я не собираюсь вроде как раскладываться. Паша как бы вроде как особо тупо не догоняет. Баты пропали, короче, и передо мной появился, я в него шатался. Я тебя понял. Ну такое бывает, слушай, там тебе записывали, а мне записывали спуск. Там не везло тебе и мне. Только Маффину везло, помню, поэтому... Знаешь, бывает такое. Мне уже полгода как не везет, поэтому... Поворот направо, поворот направо, поворот направо. Ну короче, понятненько, я на... Я на Бугатти прям вообще еду хорошо, ребята, без проблем, без каких-либо этих. Вот чуть не убрался, только здесь было очень опасно, но повор. Так, ладно, едем. Пытаемся ехать. Пытаемся ехать. Я Паша? Вас жду туда. А где Паша? Паша далеко, да? Мост финиш. Я доезжаю, я окей, я хотя бы около все, доезжаю. Нет, дурак, бот, да что вы делаете-то? Чего у тебя там происходит? Как тебе объяснить? Паша догоняет. Ну, мост финиш, я мост переехал, все, ладно, хотя бы так. Хотя бы так, Паша тоже приехал, но я доехал до финиша хотя бы. Ладненько, возвращаемся обратно, ребят, ребят, раунд номер 3 здесь и сейчас у нас, поэтому спавним тачку мы для Гриши. Капец ты громкий, Паш, очень. Число от 1 до 154. А? 40. О, 40, это Бугатти у тебя. О, Широн, да, теперь машина для Паши. От 1 до 154. Сюда. Я тут эти число тюнинги, правда. 27. 27, это 8, 16, 20, 24. Тебя, Паша, пятерка бэха. Теперь для меня. Вот от 1 до 154. 55. Так, окей, получается, это у меня 40, 44, 48, 52, 56 и на 1, 55. Я не знаю, у тебя Е-класс или какой. Не знаю, я пока спавню себе, короче. О, погоняемся, слушай, погоняемся. Мы сейчас с Гришей чувствую, да. Так, окей, а чё Паш стоит задом как-то вперед? Вот, всё нормально. Паш, я еще не загрузил. А, все, я понял. Я тебя понял. Так, значит, Бугатти, Феррари и Мерседес. Ну, давайте по конфигурациям я возьму себе... О, Спорт Плюс есть. Окей, давай, Гриша, а чё-то мы стартуем. Давай, раз, два, три. Ага. Казалось ли, Паша вперед выпрыгнул? Да. Вот что значит Мерседес, понял, типа взял да втопил. Да, да, да. Окей, Гриш, снеговик. Да, пусть стоит. Это я его сбил несколько раз. Я понял. Хотя я ждал. Я понял. Да я ушел. Нормально, нормально, ты пошел, хорошо. Я из-за дыма твоего нифига не видел. Какого дыма? Ты убрался, что ли? Все нормально. Да, убрал. А, хорош. Окей. Все, ладно, поехали. Да нет, нет, не дрифти. О, держусь, держусь пока. Давай, 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 Феррари, догонять Гришу надо как-то. Не, Бугатти не догнать, она 300 плюс. Может, уберешься как-нибудь? Mm-mm. А надо? 350. 320 почти. Куда я? Ой, занесло меня как-то. Боком. Ухили, вписался, ребята, лайк. Ну не, ну как тебе догнать-то на такой скорости? Или ты сам убрался? Не-не, я нормально. Ты затормозил просто, да, хорошенько? Да, я затормозил. Да блин,
Блин. Прыгает. Минус зеркало счета. Давай, 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 давай. Я вижу тебя. Где твой бампер? Я вижу Гришу. Ты так близко, Гришу, давай. 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 Нет, блин, ты прикинь, я так близко. Ты убрался. Ну я до моста доехал. А ты заехал на него? Блин, да ну нафиг, я бы... Блядь! Я тебя здесь жду. Блин, а мы... заднего колеса не было. Я понял, мы с тобой прям так неплохо ехали, честно говоря. Даже настоящие были шашки такие, прям гоночные. Итого у каждого по одному баллу сейчас. Да, слушайте, интересненько. Выбираем тачку мы сейчас для... Кого? Давайте для... Где, Гриш, да? Поехали. От 1 до 154. Выпало число 73. Угу. Ну, вина на это 80, если что. Да, сейчас найдем, посмотрим. Для Паши. От 1 до 154. 73. Число 149. У Паши все в конце 76, как-то там спавнится. Какой-то ужас. Да. Ну, блин, у меня ВАЗ 2105. Реально, давай поменяем тебе, хорошо. От 1 до 154. Для Гриши еще раз. 146. Там где-то около Паши, там, короче. Ага. От 1 до 154. 75. Так, значит... Третий. А, ну это неплохо. 80, 70... А у меня... Короче, мы меняли, да, тебе АвтоВАЗ, правильно я понимаю? У меня тоже АвтоВАЗ, поэтому меня... Подожди, хотя знаешь что? Стоп. Тут какая-то была конфигурация одна, я хочу ее испытать. Где? Вот, я хочу ее испытать, конфигурацию вот эту. Так, ну давай, испытатель. Так, меняем, да, спавним, ребята. Просто это нужно, я думаю, что испытать. Вы, в принципе, название прочитали. Ёпар-СТ. Ёпар-СТ. Что там у вас показываете? Ну, у меня гольф такой себе. У тебя гольф, ну это неплохой. У Паши ну... там погани Хуайра. Что? Ну, у меня третий гольф. А, Хуайр. Типа не... Не а, я понял. Короче, у меня... Паш, ты видишь мою машину уже? Или еще нет? Приора? Приора. Шадрин? Да. Это дрифт, что ли? Это не дрифт, это драк. А, это драк. Нифига. Так, все провисло, сейчас жду. О, фига ты такой яркий прямо, каш, этот. Да. Отражение. Меня... Тоже с нитро у меня. Четверт-икс. Так, все, вырубаем. Давай, Паша, а счеты мы стартуем. У тебя тоже с нитро, что ли? Да. Сейчас, секунду. Готов? Раз, два, три. Ёпарасте. Так, у меня же... Нихрена Паша пошел. Ага. А у меня одна передача только, ребят. Типа ты все? Ну, типа, на первую не переключается. А, тебе надо, знаешь что? Надо менять. Тебе надо перейти в режим... Короче, окей, давайте по новой сделаем мы сейчас. Все, короче, Гриша поедет на ручной коробке. Я заспавню другую гольф. Реально? Да ну, так прикольно было бы. Че, не хочешь на ручной поехать? Ну давай, ты спавню другую тачку, давай. С ним поехали. Я просто как я буду рулить, у меня под этим. Я понимаю. Давай, Паша, а что-то мы стартуем. Раз, два, три. Так. Нормально. Смотри, поехал. Ну переключайся, давай. Да я не могу. Ну, я просто... Ну, ты понял. Да я понял. Так, азот там пошел, нет хоть? Так, Паш там будет убираться, нет? Паш убрался. Уже? Да. Да, капец. Нормально, Паша дымит жестко очень. Да, вижу. Догоняем погани, ребят. Паша дымится жестко, поэтому... Бот хотел убрать Пашу, Паша его обошел. Тренить, блин, боты дураки. Паша вылетел на встречку. Что вы делаете? А мне минус колесо. А что у меня все передач? Я не могу передач? Просто нормально управлять и с этими передачами еще париться. Я понимаю, Паш, что ты делаешь? Паш, ты куда? Знаю, пытаюсь. Паш, ты куда? Паша, что с тобой? Нормально, Паша, мы обходим. А как там, Гришка, какая скорость, Гришка, скажи мне? 200. 215 я иду на приоре. Это я понимаю, нам, тачка, да, ребят. Гришка, ты дурак, блин. Че, да, блин, Паша убрал? Да, и... Я не могу просто переключаться и ехать одновременно. Надо вы убрались? Заново, ребята. Вы убрались? Конечно. Да нет, там Паш тоже убрался. Он меня поэтому... врезался. Ну там ты тоже бы, я думаю, скорее всего, меня я бы не догнал набирал. Уже. Но здесь поворот ты бы не вошел, у тебя поломано уже там все, что можно, да, с колесами. Начинается. Ладно, не возвращаемся. Догнал, да не, сто пудов не до 100 пудов бы не догнал. Последний раунд, ребят, ну, давайте. Давай возьми этот гольф и посмотри. Да я не про тебя вообще говорю, это понятно. Никто не доволен, короче. Делаем для Гриши. От 1 до 154. Ясно, Пескан. Выпало число 62. 62, забирай себе. Теперь для Паша. Вот 1 до 154. 137. У Паша все в конце, короче, я понял.
От 1 до 154. 60. Это что, вот это что ли? 70. У меня 70. Серьезно? Так, это 80, 76, 72, 71, 70. У тебя формула? Да. Жесть. Так, Паш, это как... вот эта белая, которая прыгает, да? А, возможно. Так, ладно, все, последний раунд. А, сейчас посмотрим, что там что, у вас. Электро, я вижу формулу, да, у кого-то реально. Не знаю, что за формула, да, у тебя. Ты там Pirelli, вижу, резина написано. Это да, это единственное, что я вижу. У меня BMW, короче, М4. Что там у Паши интересно, сейчас посмотрим. Ема, что звуки такие страшные. Как будто у кого-то кран включен. Реально Мерседес. Звуки страшные, это Мерседес. Так, а что, Паша уже готов ты? Или ты как стоишь так задом к нам? Странно. Окей, мы готовы к нашему последнему раунду. BMW, Формула и Мерседес. Давай, Паша, счет. Раз, два, три. Ема, там звук у Паши. Что? Что? Что за херня? Что? Это что было? Натреску. Там как будто понял, звук из телевизора как откуда-то вообще идет у Паши. Что за звук? Да это что за помехи? Что за звук, Паша? Я слышу его до сих пор. Знали где-то? Капец, ты громкий. Что это такое, Паша? Капец, что за машина у тебя? Какая скорость, Гриш? Очень шумная. Почти 300. Почти 300? 90. Не считается. Ну сейчас будет 300. Капец. Она поворачивает эта формула. Прям хорошо, да, реально? А она как картинг. Я понял. Ну вот с Пашей, в принципе, одинаково идем, только Паша чуть-чуть быстрее меня. Чуть-чуть погромче. Ну громче. Капец, расстояние 180 метров почти. Паша громче меня все еще, понимаешь, я его слышу. Как это возможно вообще, не понимаю. Офигеть, он вот уехал так. 190 метров, это, я его слышу. Это когда спилили банки в АМГ. А, да-да-да. Прямоток. Каталика когда нету, и вот эта вот ситуация. Так, Паш там страдает, я понял, Паш страдает. Блин, это самая лучшая машина, на которой я ездил по трассе. Звук увеличивается. Она еще Паша электро, громко. Кстати. Паша очень громко. Паша. Паша. Паша, нужно обойти. Паша, обойти надо. Паша! Да, доехал, доехал, доехал. Да мы тоже. Мы доехали все в этом раунде. Нифига себе, прям прикольно получилось. Окей, друзья, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал, это очень важно. Нет, он едет сюда. Давайте мы соберем 4000 лайков, выходит новая серия по Бимке. Всем удачки и всем пока-пока. Пока, да. Пока-пока.